Приветствуем вас, дорогие зрители нашего канала. Друзья, буквально час назад мы узнали, что на 61-м году ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Республики Карелия Елена Балдахова. Она родилась 25 мая 1962 года, окончила актерский факультет ГИТИСа, работала в Театре юного зрителя Республики Туркмения и в Русском театре драмы «Карелия». Среди ее работ «Шум за спиной», «Чайка», «Мастер и Маргарита», «Бешеные деньги», «Женский стол в охотничьем зале» и другие. Также актриса сыграла несколько ролей в таких телесериалах, как «Улица разбитых фонарей», «Чужой район 3» и «Невский». Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.